Здравствуйте. Сегодня я высаживаю семена драцены. До этого она была замочена у меня двое суток. Вот так вот каждая семечка пролежала двое суток. И в подготовленные стаканчики с грунтом выкладываем их. Я, допустим, выкладываю по две штучки. Затем после этого я буду каждый стаканчик присыпать сверху землей, но не более чем на пол сантиметра. Далее вы сейчас это все увидите. Стараюсь, если где будут большие комочки, их раздробить, чтобы семенам было легче потом прорасти. Замачивала семена в теплой воде, добавляла туда капельку меда и капельку сока алоэ. Посев семян драцены. После этой процедуры мы зальем все это водой. Желательно, чтобы вода хорошо пропиталась до середины стаканчиков. Для первого раза ничего это страшного. Тем более, потом это будет все накрываться стеклом. И на первые недели этого будет достаточно. Можно будет даже не опрыскивать и больше не поливать. Посев семян драцены. Все полили, залили водой. Оно сейчас все это пропитается. И будет в течение недели подпитывать наши семечки. Посев семян. Накрываем все стеклом. Можно, конечно, пленкой. Но я убеждалась, да,